Вода с лимоном – это на 15 минут щелочная за счет кислорода. После того, как кислород взаимодействует, это уже хорошая кислая вода, которую надо пить во время еды. Во время еды ни в коем случае нельзя запивать холодными напитками. Это уже абсолютно точно установлено. Идеально запивать даже не чаем, вот как делают узбеки, а горячей водой с лимоном. Причем хорошая концентрация лимона. Потому что если вы, например, брызгаете лимон на рыбу, то вы просто хороший кулинар. А если вы пьете воду с лимоном во время еды, вы просто еще и умный человек.